Почему Мальдивы? Потому что песня «Раздетая» предполагала летнее настроение, и Мальдивы просто идеально райское местечко для съемок именно такого видео. Мой любимый образ из клипа — белое платье, обожаю, просто невероятно. Ну еще горчичное и купальники. Самое сложное во время съемок, наверное, было это ныряние, вот эти кадры подводной съемки вы видите. В клипе делалось очень много дублей, но слава богу, что мне удалось. Было очень страшно, я запутывалась в этом платье и боялась, что я не смогу вынырнуть, потому что воздуха не всегда хватало. А история любви на расстоянии близка мне лично, потому что в своей жизни я переживала такие моменты и считаю, что любовь на расстоянии невозможна. Песня «Раздетая» войдет в мой новый альбом, название которого я объявлю совсем скоро. А также будут новые композиции уже ближе к осени. А сейчас наслаждайтесь песней «Раздетая», которая, кстати, рвет все уже просмотры, имеется в виду, и людям нравится, скачивают, любят, и меня это очень радует. Спасибо вам огромное.